Приближается Пасха. Более 1500 учебников, сладкие подарки, а также куличи отправят в Белокуракинский аграрный колледж Луганской Народной Республики. Учебную литературу предоставили областные СУЗы. Участие приняли 15 организаций. Пособия по разным направлениям подготовки. По ним будут учиться, например, будущие трактористы, химики или же повара. Произошла переориентация как бы образовательных программ, и, ну, соответственно, потребовалась соответствующая литература для обучения. И поэтому вот было принято решение в рамках взаимодействия такую литературу передать, чтобы как можно быстрее сформировалось так называемое единое образовательное пространство. Учебные пособия студенты Народной Республики получат уже на следующей неделе.